Всем привет! И с вами Лили Блоссом. И сегодня я снимаю видео. Обзор второго подарочка на ДР. Это бутик Rarity. Я его уже распаковала, конечно же. И на Лили Блоссом тоже будет обзор, надеюсь, что сегодня. Такая вот поняха. Это я. И на Киндере уже был обзор. А также будет обзор на небольшой, ну как небольшой, средний набор Lego Friends «Пляжный домик». Стефани. Пока больше ничего не буду говорить, а давайте же начнем обзор бутика Rarity. Кстати, вот это вот мой очень давний фончик, сейчас я вам его вот так покажу. Очень уже давно этот фон используется в моих видео. Вот так вот выглядит сам наш бутик Rarity. И, наверное, это будет первая часть, а следующую часть я тоже сниму, обязательно посмотрите. Извините, если эта первая часть прервется, так как в этом телефоне недостаточно памяти. Я сначала первую часть выложу, потом выложу вторую, сниму и выложу вторую часть. В общем, вы поняли, дело с памятью. Это другой уже телефон. Не тот, на который я обычно снимаю, а iPhone. На нем нет паузы, поэтому и будет довольно долгое видео. Вот такой вот бутик Rarity. Он очень красивый. Выглядит, как и в мультике. Есть ручка, за который можно браться, к сожалению, вам не видно, он очень большой. Здесь вот здесь желтый красивый балкончик. И также мне вообще нравится само оформление этого бутика. Вот такая здесь есть даже дверь, вывеска и окошки. К сожалению, дверь не открывается, она не особо не функциональный этот, сам перед этого домика. Зато этот домик вот так вот открывается. Давайте же его откроем. Я положила туда все аксессуары. Как видите, этот набор складной. Это большой плюс к этому наборочку. И он идет как книжка у нас. Домик-книжка. К этому набору шла Rarity. И вот столько много аксессуарчиков. Сейчас я поставлю вот так камеру. Вот столько очень много аксессуарчиков. Давайте сначала начнем с того, что посмотрим на нашу Rarity. Говорю сразу, как уже отмечали многие, кто делал этот обзор, Rarity здесь не очень такая хорошая. Меня смущает, во-первых, вот эта ее метка, мне она вообще не нравится. И у Starlight Glimmer я ее уже стерла. Rarity обычная колоновая поняшка. И мне особо в ней не нравятся вот эти ее очень плохие волосы. Сами видите, как они выглядят, извините за этот вот цвет. Просто я не могла никак по-другому сделать. И поэтому вам будет... Но зато вам будет хорошо видно, хоть чуть-чуть отсвечивает. В общем, вот такие у нее волосы, они жирные и какие-то не очень хорошего качества, поэтому этой Rarity не будет у меня самой главной. Ну, не знаю, кем она у меня будет. В общем, здесь есть три комнаты. Давайте попробуем обставить каждую комнату. Вот и первая комната. Это сам бутик, где они покупают одежду, а также... Тут проходит показы мод, как бы. Вот здесь есть значок для сканирования. И вообще здесь Rarity, как я понимаю, вывешивает свои наряды. И первое, это, конечно же, на чем она должна вывешивать эти наряды. Это вот такой вот манекенчик. Манекен, как в мультике, пони. На него можно надеть одежду, которая здесь есть. Сейчас я вам покажу, какая здесь одежда была в комплекте. Есть вот такая вот юбочка. Эту одежду можно также надеть и на саму Rarity, но я этого вам не буду показывать. Давайте оставим юбочку на манекене. И далее есть то, что можно отнести к этой комнате. Вот такая вот вешалка. На эту вешалку можно повесить. Ну, вот это вот типа юбочка, но может быть это как чепчик на голову. Ну, мне это украшение не нравится, поэтому оно будет, скорее всего, просто висеть вот так вот на вешалке, если оно вообще будет висеть. Короче говоря... Давайте его попробуем надеть на наш пони, ну, на наш манекен. Ну, какая-то слишком неприлично короткая юбка. В общем, а эта юбочка здесь хорошо висит на этой вешалке. Также есть две вот таких вот. Ну, это, наверное, я не знаю, как это называется, но вот это вот точно вешалка-плечики, на которую можно повесить одежду. Вот. Давайте вот так вот две этих вешалки здесь в комплекте. Ну, в общем, вот такая вот штукенция. Также... Еще в этой комнате на Rarity можно надеть сантиметровую ленту, как бы она делает наряды, и очки. Но я думаю, что это, наверное, скорее всего, не в этой комнате, так как здесь она их продает, а делает она в другой комнате. Ну, в общем, это вот такой вот нарядик есть. Кстати, я потом вам покажу, в какой комнате этот наряд относится. Ну, а к этой, скорее всего, Rarity будет в каком-то шикарном наряде. Из вот этих двух, которые идут в комплекте, или из тех, которые уже есть у вас.
Надеюсь, вам видно хорошо. Здесь, в принципе, они очень прочные крепления. Давайте же посмотрим на следующую комнату. А следующая комната, это у нас ванная. К ванне можно отнести, конечно же, саму ванную. Такая вот она красивая, мне очень понравилась. Небольшая, My Little Pony есть значок внизу, как на всех аксессуарах. И вот такая ванная, здесь как бы, как будто бы вода. И пузырьки. Очень хорошо в нее поняшка подходит. Давайте не будем снимать с нее сантиметровую ленту. Ну, пускай висит. В общем, вот так вот хорошо в нее подходит поняшка наша Николоновая. А если поняша маленькая, подойдет еще гораздо лучше. Еще здесь был для одежды рарити халат. Вот такой вот мне тоже он очень понравился. Здесь даже есть такой вот значок R, как бы рарити. Ее фирм, ну, как фирменный личный халат, в общем. Хотя можно на любую другую пони одеть, только не на Пегаса. Желтенький вот такой, очень милый. И можно одеть также. Здесь она у нее как будто бы спа. Все такое красивое. Вот значок для сканирования, кстати. Ванна тоже есть. Не буду долго на этом задерживаться. Скорее лучше посмотреть на аксессуары. В общем, вот такая вот маска. Огурчики. Очень тоже милый аксессуар и хороший. И его не было ни в одном наборе. Также в эту ванную, кстати, я вам не показала, вы, к сожалению, извините, пожалуйста. Вот в эту комнату еще можно поставить вот этот подиум. Как бы его можно использовать как столик, конечно. Вот такой вот подиум вам не видно, конечно. Ну вот. Вот подиум. Он вот здесь вот есть. Вот подиум. Я про него совсем забыла. Короче говоря, продолжим просмотр ванны. Ванну еще можно отнести. Еще вот, вот такие вот полотенца. Их здесь три полотенчика, свернутые рулончиками. Они здесь, кстати, тоже есть. Вот они нарисованы. И вроде бы все. Далее у нас... А, ну нет, еще хотя не все. Еще можно отнести вот такие вот шампуни различные. Их три. Ну и духи, конечно же, так как это ее все-таки и спа тоже. Три таких. Здесь духи, это шампунь. Ну и это, наверное, жидкое мыло. Следующая и последняя комната, это комната, где спит Рарити, вот ее кровать, вот значок, кстати, может быть, можно говорить о Рарити и Рарити, как вы сами хотите. И здесь вот она, собственно, создает уже свои наряды, вот теперь вам нормально видно, вот, без этого света дурацкого. И вот к этой комнате можно отнести, конечно, тоже вот эти вот наряды сами, манекен, вешалки, не буду еще раз показывать. А саму Рарити мы как раз оденем вот в сантиметровую ленту, вот она. И в очочки. Кстати, они должны быть вроде красные по канону. У Тома были оранжевые, мне достались такие голубые. Довольно красивые очочки. Вот. И также сюда можно поставить вот такой трюмо. И на эту трюмо можно как раз эти духи вот так вот поставить. Я думаю, что в другой комнате эту трюмо нельзя никак отнести. Жаль, что не было в комплекте кровати, потому что где же наша прекрасная Рарити будет спать? Ну, думаю, это я сама уже придумаю. В общем, такое трюмо, в нем хорошо поняша отражается. Оно было прямо на самой коробке, его было сразу видно. Такое трюмо. Привет! Привет, это я. И также на нее можно надеть маску для сна. Такую вот, не буду пока одевать, она довольно сложно одевается. Ну, не сложно, не буду сейчас одевать, оранжевая. Вот такая вот масочка для сна. Ну, и вроде как это все. Такой вот набор, мне он очень понравился, этот обзорчик был довольно быстрый, но зато хороший и интересный. А с вами была Лили Блоссом, и это было все. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте пальчики вверх, пока!